Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys, и сегодня соберем спорткар SCAT. В набор входит клей, наждачка, 218 деталей конструктора и подробная инструкция. В этой инструкции вы увидите перевод всех обозначений на 16 языках. А также на каждой странице инструкции мы увидим места расположения нужных нам деталей. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. Вспомогательный инструмент пригодится нам при извлечении мелких деталей из плашки и при сборке. А при таких неровностях используем наждачку. Обращаем внимание на отметку. В круглых отверстиях клея быть не должно. Второе кресло собираем по аналогии. Обращаем внимание на отметку и расположение деталей. Thank you.
Обращаем внимание на отметку и расположение детали. Обращаем внимание на отметки и расположение деталей. С другой стороны клеим по аналогии. Зеленый цвет в инструкции обозначает область нанесения клея. Вспомогательным инструментом убираем излишки клея. We'll be right back.
Клей не должен попасть в круглое отверстие. Вторую дверцу вставляем по аналогии. С другой стороны делаем то же самое. Перед тем, как клеить детали под номерами 84 и 85, нам нужно открыть двери. Обращаем внимание на отличие деталей и не путаем их местами.
Чтобы снежинкообразная деталь встала как надо, следите за тем, чтобы ее кончики находились ровно посередине между спицами детали под номером 100. Остальные три колеса собираем по аналогии. Детали с отметкой предназначены для задних колес. С остальными колесами проделываем то же самое. Готово! У собранной модели вращаются колеса, открываются двери, крышка отсека двигателя и багажник. При желании игрушку можно раскрасить, а чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!